Догоню! Еле дошла. Сейчас порубим эту корягу и домой. Маловато будет. Ничего, нам пока хватит. Мам, я сейчас. Куда, Емель? Что же вас, мужчин, все на подвиги тянет? Отец твой, теперь ты. Мам, а наш папа много подвигов совершил? Много, сынок, много. Больше, чем Тимирбек. А кто это? Батыр, который дракона победил и всех девушек спас. Бабушка рассказывала. Больше, сынок, больше. Значит, наш папа тоже герой. Конечно, самый настоящий. Здравствуй, Гюльфилу. Здравствуйте, здравствуйте. Гюльфилу Апай, не нам ли письмо от папы несете? Нет, Емель. Если придет, вы уж первым делом к нам приходите, ладно? Очень-очень прошу. Мама, а почему Гюльфилу Апай такая грустная? Устала она, сынок. С утра до вечера на ногах. Емель, вставай, детка, вставай. Тор. Вставай. Ай, йоко, батша. Вставай, Соня. Емель. Вставай. Ай, йоко, батша. Тор. Мама, вставай, сынок. Бабушка приехала. Я? Хайза. Где? Сейчас зайдет, скорее умывайся, я вещи занесу. Кюнбика, сухарей насыпь побольше. Ну куда мне столько? Не тебе одной пригодится, не забывай.
Бабушка, а ты надолго? Брат, турана ли бабам? Поживу некоторое время. А баурхак канатарама? Ура, а баурсак сделаешь? Баурхак, ну давай баурсак сделаю, я оладушек напеку. Мансур, а если у Мансура еще и мед остался, то и чак-чаком побалую. Колдар, кенбике, выдавим. Оставь кенбика, я сама. Ты лучше собирайся. Времени немного осталось. Почему времени немного осталось? Эмиль, мне нужно уехать. По одному очень важному делу. Куда? В далекий город. А ты слушайся бабушку и во всем ей помогай. Мамочка, ты думаешь, я заплачу? Вот еще. Я не девчонка какая-нибудь. И вообще, я уже взрослый. И за домом пригляжу, и за бабушкой. Пора. Ничего не забыла? Теплые вещи, еда, кажется, ничего не забыла. Деньги хорошо спрятала? Да. Доченька, будь осторожна. Смотри вперед, оглядывайся назад. Недаром говорят, в дальнем пути человека найдет 40 бед. Будьте живы-здоровы. Бабушка, а что такое 40 бед? Не знать бы тебе ни одной, сынок. Емель, помоги ягнят в дом перенести. Боюсь замерзнуть в сарае. Ночью мороз будет. Конечно, бабушка, перенесу. И белого, и черного. Бабушка, а сколько ты рукавиц связала? О, сынок, разве ж теперь сосчитаешь? Армия-то у нас вон какая большая. Мама скоро приедет. Смотри, бабушка, одной щепочки не хватило. Дай-то Бог, чтобы так и случилось. Ну что ты наделал? Раз ягненок, два ягненок, черный, белый, белый, черный. Весело им вдвоем-то. А будь у тебя сестричка, любил бы ее? Очень бы любил. Вот прямо, вот больше всего на свете. Бабушка, я на улице. Иди, иди, неугомонный. Только далеко не уходите. Да мы тут рядом. Принес. Идем. Сахар. Два раза. Без меня не вздумай лизать. Ты за кого меня держишь? Да я вообще могу без сахара прожить. До старости. Так, братец Хайдаров. Погоди. Как говорит председатель Агай, самое главное – учет и контроль. Так. Сухари.
15 штук. И хозяева есть кто? Письмонос. Это письмо от отца. Спрячь. Я тут спускаюсь. Здравствуйте, Гюльхело Апай. От папы письмо. Здравствуй. Держи. Это же от папы, да? Емель. Кто приходил? Гюльхело Апай. Вот. От кого? Не знаю, бабушка. Вот беда. Как же нам это прочитать? Гюльхело Апай. Что тут написано? Мансур Бабай. Зайдем как Мансуру. Он вроде человек грамотный. Почитай, пожалуйста. Сердце у меня не на месте. Читай уже, умоляю. Вот ежели по-арабски было написано, это я, пожалуй, прочитал бы, а тут по-русски. Так что ж ты говорил, что читать умеешь? Так и умею, но по-арабски. Я русские буквы помню. Вот моя старушка, молодец. Если кто-нибудь мне их будет называть, я сложу их в слова. А кто их называть-то будет? Емель, сынок. А ты своей рукой мой палец води, как буквы написаны. Верно. Ну-ка, Емель. П. Р. Пи. Е. Д. У. Параедау. Параедау. И что это значит? Я знаю, что надо делать. Я сбегаю в школу, там все умеют читать. Эй, кендек, тухта! Эй, попок! Биратла! Сюда иди. Забыл, что по нашей улице без разрешения ходить нельзя. Да он язык проглотил. Язык проглотил, Гупок. Я тебя спрашиваю, зачем по нашей улице ходишь? В школу иду. В школу? Слыхали, парни, в школу он идет. Тебе сколько лет, Гупок? 6. С половиной. А в 6 лет в школу не берут. Даже с половиной. Ну-ка, говори, что здесь вынюхиваешь. Мне в школу надо. Ладно, Попок, будет тебе школа. Урок первый. Ну-ка, парни, подсобите. Урок второй. Захочешь третий урок выучить, приходи. Айда, парни. Thank you.
Ранен ты! Эй, боец! Не рановато пугалом работать. Весна еще не началась. Кто тебя так? Никто. Сам. Ну, сам так сам. Тебя снять или повисишь еще? Лучше бы уж снять, конечно. Ладно, коли так. Яку погай. А вы читать умеете? А как же? Руссалама. И по-русски? Конечно. Руссаладряху полагаю. И по-русски могу. Прочитайте, пожалуйста. Это, наверное, от мамы моей. Она в далекий город уехала, давно уже. А так ты верно, Емель? Карима сын. 16-го приеду, вышите лошадь на станцию. Асеем у ногтага кайтам тиген. Станция от тебя разгара. Асеем кайта? Мама приезжает. А 16-е это когда? Так завтра. Спасибо, Якуб. Большущее спасибо. За лошадь не беспокойся. Пошлем за мамкой твоей. Емиль? О, Господи, никак не привыкну к вашим ставням. Что ж ты не спишь-то, сынок? А вдруг мама приедет? Ну что ты, сынок? Поезд утром на станцию приходит. Ложись уже. Бабулечка, а расскажи сказку про Тимирбека. В давние-давние времена жил-был батыр Тимирбек. Однажды на их страну напал дракон, у которого было тело змеи, и 12 человеческих голов. Дракон этот привел с собою несметное войско. Тимирбек с другими джигитами ушел защищать свою землю. А дома у Тимирбека осталась сестрица Гульнур с лицом как луна, с глазами как звезд. Однажды Гульнур с подругами пришла на озеро за водой. Вдруг налетела буря, и девушки попрятались в камышах. А когда все утихло, увидели девушки, что Гульнур пропала. Приехали. Ура! Где же этот валенок? Вот там мама моя. Мама вернулась. Мамочка моя. Емель, родной мой. Ой, балам, балам. Глупенький. Родной мой, что же ты босиком на мороз выскочил?
Кына Ямиль. Вот, Ямиль. Мин һиңә һөңлөң дә. Я привезла тебе сестру. Мне? Сестру? Правда, правда? Правда, правда. Оксана, это Ямиль. Я рассказывала Оксану. Рассказывала. Улам. Сынок. Это Оксана. Это Оксана. Сестренка. Моя сестренка. Оксана. Красивое имя. Ни у кого такого нет. Ашыкма, балам, ашыкма. Не спеши, сынок. Оксана пока стесняется. Ей надо привыкнуть. Ашыкма. Не спеши. Оксана, Олега, я Идем. Садись. Садись. А почему Оксана молчит? Пусть скажет мне что-нибудь. Пусть скажет, брат. Ямиль. Ямиль. Оксана, там, откуда приехала Оксана, не говорят по-башкирски. Она научится. Вот ты какая, моя сестренка. Оксана. Не бойся, не бойся. Хочешь еще? Хочешь? На, кушай. Мама, а как мне столько каши помещается? Ты что же свою отдал? Мне не жалко, мама. Пусть ест. Изголодалась, бедняжка. В детдоме, говорят, жизнь совсем не сахар. Кто там так грохочет? Если 6-летний приезжает с дороги, 60-летний должен прийти повидаться с ним. Так учили нас старики. Здравствуй, сестра. Мансур агай, как же ты один-то такую тяжесть дотащил? А я не один, сестра, у меня все-таки жена имеется, а мы вдвоем-то еще ого-го. А то. Оксана. Это Оксана. Оксана был. А волосы мягкие, как шелк. И белый, как лен. Красивое дитя. Пусть будет здорово и счастливо. Сестра, куда ставить будем? А вот рядом с Емельевой и поставим. Говорила я тебе, Мансур, проверь, прежде чем дарить. Это ничего, мать, сейчас поправим. Емель, сынок, у меня в чулане ящик с инструментами стоит. Понял, Мансур баба, я мигом. Спасибо, сынок, спасибо. Тут шуруп надо. А я говорю, на шип сажать. А клей где взять? У тебя есть? А шуруп у тебя есть, умник? Хандехов джигиты разгалделись, как бабки на базаре. Аллах бабай, чем солнце на небо прикрепил? И чем же? Гвоздем золотым. А мы люди простые. Так что нам и гвозди положены, простые. Емель, сынок, подай-ка гвоздь. Ладно, я сам. Емель, принеси кадров. Колхозом выделила тебе Кинга, товарищ Хайдарова, дополнительный паёк, пуд муки, бир пуд ун. Рахмат, Яхур Бабай, спасибо.
Мне мама сестренку привезла. Ничего себе. Маленькую. Как я? Это что же, она по дороге так выросла? Да нет же, она в далеком городе жила. Хочешь посмотреть? Не могу, брат. Мама шерсть мотает, а я держу. Марат, куда пропал паршивец? А ну, бегом домой. Ну все, пока. Как-нибудь зайду. Не бойся, это же я. Смотри, я Емель, а ты Оксана. Поняла? Скажи, я Оксана. Скажи, я, ты, дом. Это наш дом. 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 Стол. Ну, скажи хоть что-нибудь. Оксана. Язык. Это язык. Покажи свой. У тебя есть язык? Что же мне с тобой делать, сестренка? Может, тебя покормить надо? А мам будешь? Хорошо, а мам будешь? Конечно, буду. Марат, вот моя сестренка. Здравствуй, Оксана. Я Марат, друг Емеля. А чего она молчит? Она еще не умеет по-нашему говорить, но я ее учу. Понятно. А давай на улицу пойдем. Там все наши собрались. Оксану с девчонками познакомим, у них куклы есть. Куклы. Понимаешь, куклы? Красивые. Да не ори так, пугаешь. Извини, я думал, что она так поймет. Ну как, идем? Мы пока дома посидим. Оксана еще не привыкла. Ну раз так, я пойду. Оксана, бери. Это все тебе. Барбаргиня. Бери. Играй. Это теперь твое.
Играй. А хочешь, я тебе свой ножик подарю. Хочешь? Вот какой острый. Зачем ты туда залезла, Оксана? Немцы. Там немцы. Немцы? Это что такое? А, немцы. Да откуда здесь немцы, сестричка? Пусть только попробуют сунуться. Я их всех на кусочки. Выходи, не бойся. Не бойся. Ну как вы тут, голубки мои? Емель, где Оксана, сынок? Вы уж не поссорились ли? Нет, мамочка, не поссорились. Она под лавку залезла, ставни хлопнули, а она почему-то испугалась. Оксана, испугалась. Громкие звуки и выстрелы напоминают. Ведь наш папа Оксану на войне нашел. А почему папа письма не пишет? Раньше часто писал, а теперь ни одного с начала зимы. Сынок, на фронте не всегда время есть письма писать. А может, почта не успевает. Помнишь, как Гульхила нам сразу 4 письма принесла? Пусть бы снова 4 письма принесла, а лучше 5. Пойдем, Даша Валаев. Кушать будем. Ужинать. Марат, а я уж думал, ты про меня забыл. Занят был. Гляди, что нашел в папином сундуке. Ого, вот это да, настоящий. Шутишь? Еще какие? Да не размахивай ты так. А если Оксана твоя увидит? Да она дома сидит, носа не показывает. Все равно, давай уже скорее спрячем в тайник. Она наш сахар ест. Ах ты, а ну отдай. Дай. Держи ее, не пускай на лестницу. Оксана, иди сюда. Курхма. Не бойся. Тухта, стой. Котомку спрятал? Спрятал. Ловкая у тебя сестренка. Ты лучше скажи, что теперь делать будем. Твоя сестра наши припасы разорила, ты и скажи. Что теперь я виноват? Там поезд с пленными фашистами стоит. Побежали. Оксана. Ну и сиди ты со своей Оксаной. Оксана! Давай, быстро. Бежим. Там пленных немцев привезли. Нет.
Оксана, Оксана, сестричка, скучно же дома сидеть. Пожалуйста, миленькая, идем, а? Не, мистер, пленный дар. Немцы пленные, настоящие. Понимаешь? Я инде. Пожалуйста. Ну и ладно, раз такая вредная. Сиди дома. Поняла? Емель пошел. Оксана дома. Одна. Емель ушел. Это чтобы тепло не уходило. Понимаешь? Тепло. Тепло. Не передумала? Пойдешь? Тогда сиди дома и никуда не ходи. Поняла? Понятно. Совсем они не страшны. Вкусная-нибудь каша. Пошли. Жрет, да еще улыбается. Будет тебе хорошо, фашист. Ребята, бей гадов. За моего отца. Смерть фашистам. За папу. Хватит, стой, не надо. Сдохните. Хватит, стой, не надо. Не надо, стой. Хватит, не надо. Мансур, ты слышал? А? У Кумбике во дворе что-то разбилось. Горит что-то. Сходи-ка. Кумбике на работе, дети одни дома. Ох, детки. Видал, как я ему по башке попал? Так и хрустнуло. Нашел чем хвастаться. Или ты что, фашиста пожалел? Вот еще. Просто они же пленные. И никого уже не убьют. Не убьют? А теперь, значит, они не фашисты? А может, этот самый моего отца убил? Тебе это хорошо. У тебя отец живой. Письма он пишет. Сестренку тебе раздобыл.
Стой! Емель! Емель! Емелька. Емель, мальчишка! Малайка. Мальчишка где? Емелька! Емель ушел! Емель ушел! Ушел! О, Господи, Оксана! Мансур Баба, где Емель? Емель! Дочка, не волнуйся, не было Емеля дома. Оксана говорит, ушел Емель. Ничего не болит? Испугалась. Вот понимаешь, какой хандехох. Вьюшку закрыли, а дрова не прогорели, вот и задымило весь дом. Чуть наша Оксана не того. Я так испугалась. Еще немного и на том свете очутилась бы. Все обошлось. Слава Богу. Мама, что случилось? Мамочка, я не хотел. Идем к нам. Мамочка, прости, я мамочка. Чаю попьем, а там и дом проветрится. Жалко, что Емель куда-то спрятался. От папы письмо пришло. Думала, вместе почитаем. Я здесь, мамочка, здесь. Дорогой мой сын Емель, пока я бью фашиста, ты главный единственный мужчина в доме. Защищай и береги маму и бабушку, и Оксану, зная, что слово твое крепкое и верное, как у настоящего батыра. С красноармейским приветом, Хайдаров Карим. Мама, можно я возьму его себе? Конечно, сынок. Мамочка, прости меня, я больше никогда, никогда не оставлю Оксану одну дома. Оксана, смотри, это девочки. Девочки, повтори. Девочки, я мальчик, а ты девочка. Я мальчик, ты девочка. Да нет же, наоборот. Девочка, ты, мальчик, я. Девочка, ты, мальчик, я. Наоборот. Марат, Емель, там такое, договори уже. Там с поезда фашист убежал. Стой, Марат, стой. Ну чего? Давай его сами поймаем. Кого? Фашиста. Я знаю, где его искать. За старым лесом что? Пещера. Он там спрячется. Верно тебе говорю. А мы с Оксаной пойдем в лес и поймаем фрица. Нам потом медали дадут, а тебе шиш без масла. Да, Оксана? А как мы его ловить-то будем? Как?
Хандехоп, скажем, как в кино. У меня и ножик есть. Есть охота. Мне тоже. Терпи. Ну и где этот немец? Куда мы идем? Ну все, мы потерялись. Нет тут никакого немца. Хватит ныть. Там тоже ныть будешь. Ты кто другой? Совсем другой. Ну иди. Кто тебя держит? Куда теперь? Ищи следы. Вот это да. Ты мне, конечно, друг, только я туда не пойду. Ну и гораздо уже вы бегать. Разве вы не немцы ищете? Да вас ищем, вас, а немца мы еще утром нашли. Ну, пошли домой. Берус! Ох, и попадет сейчас кому-то! Марат, а ну стой, паршивец, стой! Принимайте! Слава Богу, нашлись. Мама, прости, я больше не буду. А вот тебе, всем аулом тебя искали. Аллаха шукр. Слава Богу, все хорошо. Все хорошо, мамочка. Мы за деревню ходили, немного заблудились. А милиционер Агай нас нашел. Вот тебе, все деревни тебя искали. Председатель коня своего загнал, по всей округе вас выискивал. Оксана, идем. Спасибо вам большое. Ярай, вы бы присматривали за ним. Викшук малай. Больно шустрый мальчик. Идем-ка чаю попьем. Желаю, а то с утра крошки во рту не было. Слагалеця, а за неї ванко, як барвіна квється. Галю моя, галю, дай води напиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Дядьку, у мене мамку вбили, німці хату зламали, батько на війні, його теж вбили, і корову нашу викрали, зірку нашу. Зовсім я одна, залишилась на світі. Thank you.
Мама. Доброе утро, Эмиль. Доброе. Ты же по-нашему говоришь. Я слушала. Я училась. Скажи еще что-нибудь. Мама. Бабушка. Брат. Как красиво ты говоришь. Еще. Я хочу на улицу. Играть. Ура, ура. Оксана говорит, ура. Ну-ка, повторяй. Зима ушла, весна пришла, утки и гуси прилетели. Это мой клад. Все это будет твоим, если ты поклянешься хранить тайну. Что такое тайна? Это то, чего никому нельзя говорить никогда. Военная тайна. Нет, ты поклянись. Скажи, клянусь, никому не говорить. А если скажу, пусть меня молния ударит прямо в лоб. Клянусь, никому не говорить. А если скажу, молния пусть ударит. Прямо в лоб. Прямо в лоб. Мы с Маратом на войну уходим. На фронт? На войну. Мы с Маратом поклялись пойти на фронт и помочь моему отцу. Разобьем фашистов и вместе домой вернемся. Нельзя на войну. Плохо. Не надо фронтка. Умирают все. Не надо сокровищ. Не ходи на войну. Молодец, не опоздал. Пошли, времени мало. Thank you.
ехать, как думаешь? Ничего не надо. Неделю не меньше. Лишь бы еды хватило. Потерпишь. На фронт приедем, нас там накормят. Солдат положено кормить. Да чего француз махал? Он в Москву пожаловал. Мы его потом прижали, в чисто поле побежал. Любезники, любезат, молодец, молодец. Марат, иди сюда. С какой целью попали на военный состав? Куда ехали? Куда ехали? На войну. Ах, на войну! Так ведь война в другой стороне. А вы в Сибирь ехали, голубчики мои. Может, вы воришки или беспризорники, а? Или, может, шпионы? Фамилия и адрес скажем? Ну, ладно. Отправлю вас в спецприемник, там уж посмотрят, куда вас девать. А куда вас? В детдом. Поняли? Байборин! Байборин, отведи этих орлов. Кутузку. В кутузку? Какую кутузку? Дети же, ленинскую комнату. Есть. Итак. Пойдем. Товарищ Петрова, Юнусов на связи. Скажи-ка, в сводках там не попадали сведения из районов насчет мальчишек беглых? Ага. Ты уж там посмотри. Как что, так сразу докладывай. Мы не поедем в детдом. И домой не поедем. Раз решили на фронт, значит на фронт. Они сыт. Да как же. А вот так. Марат, да заметь. Бусты. Бесполезно. Нас все равно поймают. Милиция только утром за нами придет. За ночь мы уже далеко уедем. Марат, утром с килтерами. Марат, тащи стул. Этот. Держи. Все, считай, мы уже на свободе. Все, я пролез. Итак, не идет. Надо по-другому. Голова не пролазит. Марат, меня там. Я застрял. Марат, тащи меня. Тагама. Еще. Больно, да? Дергай уже изо всех сил. Хватит, хрустнуло что-то. И что делать? Не знаю. Давай немного отдохнем. Thank you.
Емель, ты живой? Не знаю. Милиционер Гай. Зови дяденьку милиционера. Я больше не могу так стоять. Я хотела, чтобы ты увидел войну. У меня была еще одна мама. Только где-то далеко-далеко. Очень далеко. Она была тоже очень хорошая. А ее фашист убил. Вот что такое война. Когда станете взрослыми, у вас будут свои дети, вы им скажете: эти высокие яблони, ребята, мы сажали в год победы над фашистами. Это яблони победы. А почему мы 5 посадили? Одно дерево твое, второе Оксанина, третье для меня. Да, четвертое папина, а пятое? А пятое? Пятое? Сынок, узнай, что там стряслось. Война кончилась. Все. Война кончилась. Все, война кончилась. Победа! Победа! Я же говорил. Говорил. Гульхылу Апай, что случилось? Война кончилась. Все. Марат, война кончилась. Марат, война кончилась. Мама, война кончилась. Война кончилась. Все. Похоронок больше не будет. Война кончилась. Володя! С победой, с праздником! Иди, Емель, пока. Мама, почему ты плачешь? Ведь победа же. Сынок, это я от радости. Разве от радости плачут? Папа, наверное, очень скоро вернется, да? Не завтра. Я уже знаю, как война далеко. Но через 5 дней вернется? Кюнбеке, идем к нам скорее. Я думал, что День Победы будет какой-то особенный, прямо очень-очень особенный, а вокруг ничего не изменилось. Марат, сынок, иди сюда. Больше не будут стрелять, бомбить. Идите, принесите скамейки из школы. Страшно не будет. Ну, за победу. За победу. Председатель Агай сказал скамейки из школы тащить. Пошли! Рушан, ты что, не слышал? Война кончилась. Айда праздновать.
А ты что радуешься, Пупок? Как же не радоваться, если фашисты победили? А это вернет мне отца. А Марату? Или твоего? Мой отец скоро вернется. Не вернется. Никогда не вернется. Твоего отца убили. Да ну тебя. А ты спроси у мамки своей. Спроси. А я слышал, она с подружками говорила, что Карим ага убили. Когда он вашу Оксану спасал. Мама, скажи, что это неправда. Скажи, что Рушан врет. Ведь отец писал мне письма. Он же писал мне письма, скажи, мама. Емель, сынок, стой! Сынок. Емель, сынок. Прости меня. Это я с зимой папе на письма писала. Не было у меня сил сказать тебе правду. Мама, пусть Оксана обратно в детдом едет. Ты спрашивал, батыр ли наш отец? Только настоящий батыр может отдать свою жизнь, чтобы спасти другую. Только сестрой я ее больше звать не стану. Пусть будет просто Оксана. Что у вас тряслось, дочка? Емель узнал про Карима. Ой, Аллах. О, Господи. Целыми днями на крыше сидит, только ночевать спускается. Бедный мой. Емель, сынок. Где ж ты пропадал? Я вам гостинцев привезла. Детки мои, хочу вам одну сказку рассказать. В большом городе Ленинграде жили-были мама с двумя детьми. Мальчиком и девочкой. Они были умными и добрыми, прямо как вы, Емель и Оксана. Когда им исполнилось 7 лет, мама подарила им красные башмачки с кисточками. Детки берегли их и мечтали о том, как осенью пойдут в них в школу.
Но началась война, враг стал бомбить город, много людей погибло. И пришлось этой семье уехать далеко-далеко. Поселились они в одном доме, одной бабушке. Так ты про своих жильцов рассказываешь, Галя Апай, Сашка и Оля. Знаю я их. Какая же это сказка? Не спеши, Эмиль. Так вот. Красная армия прогнала врага. Освободила город Ленинград. Вернулись мама с детками домой. А дома-то их и нет. Бомба в него попала. Жалко. Начали они разбирать обломки. А там башмачки их и нашлись. Целые и невредимые. Значит, все-таки они в школу в башмачках пошли? Нет, сынок. Малы они им стали. Выросли дети. И кто теперь в школу в этих башмачках пойдет? Ямиль менен Оксана. Бынашулай балакайдар. Вот так вот, детки. И горе бывает, у кого в руку с радостью ходит. Кажется, у людей новые башмаки завелись. Новые, да. А мне не завидно, ни капельки. Я сапоги больше люблю. Вот это настоящий обувь в джигитах. Народ, айда на речку плот строить. Я с вами, а вы, наверное, не пойдете. Чего это? Башмаки свои испачкать побоитесь. Нашел, чем пугать. Здравствуйте, люди с нижней улицы. Здравствуйте, люди с верхней улицы. Негоже такому кораблю без капитана. Башмак, Оксана, твой башмак. Беги, беги. Он же плавать не умеет.
Взять, жучка, взять. Мне. На, держи. Отдай. Смотрите, кукурузник. Ты куда, в Уфу летишь? Не трогай его. Капут мне. Ну все, пупок, капут тебе. Откусила. Парни, ну-ка зададим мне люзге. Фу, пошла прочь. Сёма. Сёма, як ты тут опинився? Эй, хлопці! Руська говорить за тебе! Айдарове, в этой деревне живу! Батько. Батько. Соня. Батько, ти пережила. Сонечко, Сонечко. Дитина моя, Клава. Я знайшов тебе, моя рідна. Я знайшов. Ох, яка ти стала. Я б не впізнав тебе. Моє серце, моє хороше. Серце. Написно ж мого отця. Він перший тебе згадав. Вона мене перша впізнала! Чуєте? Я вернувся. Села нашого, вважаю, нема, а хата стоїть розломана. Я як побачив це все, став просто ні рукою, ні ногою пошевелити не можу. Петро вернувся в свою деревню и увидел, что дом его разбит. Но я вошел. На печи что-то нашкрябано, а в очах туман, я не бачу ни черта, одне тільки слово розібрав. Дочь. А коли вже зрозумів, що там написано, прямо там і сів, як баришня, господи помог. Это Карим. Карим мені написав. Да, Карим Ядган Шмойд. Я вот здесь переписал, щоб не забыть. Вот. Ваша дочь жива. Башкирская ССР, село Сайраново, Айдарова, Кибике. Помогим, да? Спасибо вам, люди добрые. За то, что самку мою приняли, обогрели, накормили. Спасибо вам большое. А вам, Кендыке, я все життя буду завдячувати. И мужа вашего всю жизнь буду помнить. К самке передам внукам, правнукам до седьмого колена, чтоб пам'ятали, кому вони життям обязаны. Дякую вам. Дякую. 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 Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Емель, я бы хотела, чтобы мой батько стал тебе как отец.
Говорит, с тобой как брат и сестра? Да. Бери с собой. Как откроешь, сразу про меня вспомнишь. И ты про меня вспоминай. Я не хочу. Не хочу уезжать. Не плачь. Когда-то Петро Агай заново построит ваш дом. Ты приедешь, мне телеграмму дашь. Мы с мамой и бабушкой сядем в поезд и поедем к вам. Я маму вижу. Где? Это она, она. Мама, мама, мама. Вещи уложены. Можно ехать. Юл алдынан утырып алайык. Присядем на дорожку. Пора. Дякую вам. Дякую. До свидания, дочка. Оксана, не забывай нас. Приезжайте в гости. Приедем. До свидания, прощайте. Спасибо. Прощай, Оксана. Стой, стой.
Подождите, Оксана, стойте. Оксана. Оксана. Нет, сам в лесу собирал. Спасибо. Прощай, Оксана. Будь здорова. Не сердись за башмачки. Не сержусь. Петро, батько Оксана, спасибо тебе, родной друг. Тимбіки, знаєте, що вас тепер є дім в Україні. Ей, малий, Еміль, головне, будь здоровий, добре? Оксана, я тебе люблю. І я тебе люблю, доченька. Еміль, Оксана. Опоздаем, 10 минут до поезда осталось. Середній час, в часі. Не плачь, сестренка, мы ведь скоро увидимся. И будем всю жизнь друг к другу в гости ездить. Я народиться молодцы, я зову Каримов. Добрый, Петро, добрый! Вообще не поди за сам Каспова, ты слышишь? Прощайте, родные! Вот и улетела птичка моя перелетная. Радость нашего дома улетела. Как же улетела? Она теперь всегда будет с нами.